Thank you.
Здравствуйте, мои дорогие Джаночки, добро пожаловать к нам на летнюю кухню. Сегодня я к вам с одним замечательным блюдом. Сегодня у нас будет рыба. С этой гигорцану. Сегодня у нас на повестке дня хашлама. Но хашлама у нас будет не мясная, а рыбная. По рецепту моей мамулечки. У меня мама всегда готовила рыбу на такой вот манер. Сегодня буду готовить, сегодня будем обедать с родителями. Я уже все подготовила, вы уже заметили. Осталось только нарезать рыбу и уже продвинемся дальше. Все, начинаем. Наверное, поставлю сюда. Не хочу под солнцем, у нас сегодня очень шумно. Наши соседи все вышли косить. У нас как суббота, так косильный день. Со всех сторон здесь все соседи косят. Так что не обращайте внимания на шум. И не пишите мне, пожалуйста, очень вас прошу, почему у вас так шумно. Мы живем в деревне, здесь рабочий крестьянский народ. Рабочие в городе живут, на фабриках работают, а крестьяне в селе. Здесь живут колхозники, они все баура, и они все косят. Травку. Я ее буду просто делить на вот такие части. Головку оставляем тоже. Рыбку я нарезала. Забыла сказать, что рыбку заранее посолили, поперчили обязательно и обдали лимоном. Все, все готово. Теперь перехожу уже сразу к обработке термической. Что делаем в первую очередь? Конечно же, я обжарю немножко, не весь лук, чуть-чуть половинку лука я обжарю с помидорами. Это будет нашей подушечкой. А потом сверху уже будем слоями выкладывать рыбу, картошку, помидорчики и зелень. И зальем это все белым вином. Все, поехали. Так, включаем наш газ-кирогаз. Неправильно говоришь. Квас, газ, кирогаз. А, да. Это Климина любимые слова. Добавляем масло. У меня сегодня оливковое. Ну, немножечко. Вы добавляете сколько хотите. 2 столовые ложки, я думаю, вполне достаточно будет. Так, отправляем половину лука и чеснок у меня здесь. Без теста поставлю, такой будет у нас фукаччо. Чуть-чуть это обжариваем. Сюда же добавляем 1 лаврушку. Даже 2 лаврушки и немножко черного перчика. 1 чили перчик. Прям вот так вот добавим, чуть-чуть сделаем. Чуть-чуть разорвешь? Разорву, да, его и сюда же. Ой. Да, вся, весь ты красный. По просьбам трудящихся добавлю 20 грамм сливочного масла. А то рабочий народ бастовать начнет. Скажет опять без масла все. О, какая прелесть. Теперь отправляю сюда еще помидорчики. Не все, парочку. Парочку, это 3 таких жменьки или горсти. Вот. Еще чуть-чуть дам обжариться, 2 минуты. Чтобы это сок пустил.
и залью винцом беленьким, уже подготавливаем. У меня сегодня сухое, выберите любое, только белое. Можно сухое, можно полусладкое, полусухое, какое хотите, такое берите. Где-то 250-300 грамм я добавила. Так, это готово. Сейчас оно один раз закипит. И уже будем выкладывать все. Я этот рецепт, конечно, немножко облагородила. Моя мама делала без вина. Она делала с водой обыкновенной, но я добавляю вино. Но также вкусно, еще вкуснее для меня, мне кажется, еще вкуснее. Посмотрим, что мамулик скажет. Она у меня самый главный. Мой папа, он всегда очень такой, он как я. Ему все вкусно. А мама у меня очень такая, она у нас грандама. Ей трудно угодить мамулику. Поехали, выкладываем в первую очередь картошку. Прям вот так вот. Это сюда достану сверху. Картошку я нарезала тонкими пластами специально, чтобы она быстрее приготавливалась. Далее идет рыбка. Так, выкладываем прямо красотень нашу. Зелень на рыбку. Вот так вот посыпаем. Ох, ох, мамадьон, какая красота. А больше не жалеем зелени. Лук свеженький. Не, не свеженький, сначала такойенький. Вот. Весь тоже. Все, все прямо сюда. Весь этот лук оставшийся. Теперь помидорчики. Помидорчики. Свежий лук. Зелененький. Еще помидорчики. Теперь... картошечка, оставшаяся, вся оставшаяся картошка идет вот сюда наверх. Соль добавляем по вкусу, мои дорогие, как вы любите, да? Черный перчик горошком, еще одну лаврушку, свежемолотый черный перчик обязательно. Так, тоже по вкусу. Далее идет помидоры оставшиеся, прям вот так все. Высыпаем все прямо. Вот так вот. Зелень. Вся. Обязательно еще немножко сливочного масла. Это так сверху. Вот так вот. Для сугрева души. Да, для сугрева души Клима и моего папулика. Вот такая прелесть. Все, готово. Теперь заливаем немножечко водой. Горячей воды, да? Да, горячую воду, кипяток. Вот так вот. Вот столько достаточно. Ну и все, закрываем крышку. И оставляем на минут 15-20. Потом посмотрим. Но уже будет готово. А потом будем уже обедать. Ну-ка. Ну-ка. Как вам это дело? Надеюсь, что всем понравится. Дианочки мои, смотрите. Такая форель. Это форельная хашлама. Я думаю, что все знают. Вы только посмотрите на эту прелесть. Так, зеленью свежей обязательно. Красоту тоже наводим немножечко. Больше зелени, больше витаминов, а значит, длиннее здоровье ваше будет. Готова моя хашлама, готова моя фукача. Можем приступать кушать. Короче,
Дяночки мои дорогие, на этом буду заканчивать свое видео. Вы не переключайтесь, потому что мы сейчас все вместе пойдем обедать. Вы, конечно, с нами. А я на этом хочу вам пожелать всем огромного здоровья, благополучия. Не болейте, не ругайтесь, любите друг друга. Будьте человечны и толерантны. Это самое главное. До свидания, до следующих встреч. Люблю вас очень. Пока-пока. Всем пока. Всем пока. Только не уходите, оставайтесь. Сейчас будем кушать вместе. Никуда ни шагу. Ни шагу, Клим сказал. Оставайтесь все здесь. Сейчас пойдем все вместе кушать. Ой, приехали, по-моему, начальство подъехало. Он не целует меня, брезгает. Я поцелую. Да. Уже забанешь? Только дочка меня понимает. А помидора меч, это итальянский фокача, я мят пробра. Стигаться. Пырт-пырт-пырт. Кага, папа, она недавно кушала, бабджан. Из панрево рары ленг, это уриш банки меча, они такие короткие, узкие такие. Ха? Какой? Не, не хочу. Давай, иди садись. Не хочу. Не хочу. Не буду его пить. Як разливает. А такую закуску грех не выпить. Клим, выпьем за Элину. А соседка могла бы 2 минуты подождать. Нет. А то, что такое прекрасное блюдо приготовила. Да, папджан. Сегодня. Ой, здоровье, Джаночка. Пускай Господь даст тебе столько, сколько ты не смогла бы унести с собой. Сперва выпью. Давай. За здоровье моей жены. Зоя, за ваше здоровье. Спасибо. За Дианочек всех. Которые тебя любят и не любят. Да. Ну, которые тебя не любят, полюбят. А которые не полюбят, заставим полюбить. Никого заставить. Кушайте, 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 детки. Всем здоровья. Давай, самое главное. Да. А мы пьем за вас. Да. Извините за шум. У нас соседка косит. Со мной рядом такая... Красавица. Не красавица, а красотуля. Красотуля. Хамотки. Да, за Зою выпьем. Давай, Михаил. Зоя, что ты там сел? Надо было тебе там на фоне роз сесть. Да. Чтоб твою красоту оттеняли розы. Ладно, да, я тебя тоже умоляю. Вы-то ничто. За тебя пьем.
Да тебя пьем. Ма, ты не хочешь коньяк немножко? Кейс Божий берем. Ты раз 20. Вино есть там? Нет, Клим, спасибо. Нет, она не хочет. Отстаньте от нее все.